Охота начинается вместе со спикером и в игре Dead by Daylight. Всем здорово, друзья! И сегодня у нас будет охотник, сегодня у нас будет капканы, сегодня будет новое свежее мясо, подвезут обязательно. И мы, конечно, будем это дело истреблять, наказывать, насаживать на крючки и пытаться ловить разным способом. Берите вкусняшки, устраивайтесь поудобнее, и наша охота начинается. Мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. У нас сегодня будет охотник вместе с капканами, и давайте же, друзья, расставим капканы и как раз поймаем новое свежее мясо. Ну что, друзья, погнали, берем капканы, по идее у нас уже есть один капканчик, и нужно найти хорошее место, где можно его установить. Карта у нас реально топовая, карта хорошая, приятная на ощупь, на вид, и, конечно же, надеюсь, будет на наших выживших. Я вижу, ребята очень активно уже пытаются починить генератор, очень дружно и дерзко. И я уже тут, а буквально рядышком, можно уже поставить капканчик прям вот сюда. И сейчас начнется наша охота. Обожаю эти капканы, обожаю вытаскивать ребят из этих капканов и слушать их крики, стоны. И когда они умоляют, отпустить их. Я, конечно же, их не отпускаю. Я слышал, был шум прям в доме. Очень активно пытается починить. Я вижу, есть движуха уже. Прям в доме, прям вот тут. И есть уже... О-хо-хо-хо! Как кусок говна. Полетела она вниз. И я, конечно же, за ней. О, тут двое. Тут нас двое даже. Очуметь. Смотри, 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 как будет. Как кусок говна. Снова дубль 2. Ребята, берем. Чувак убегает. Какой же трус он. Бросил бедную женщину растерзание нашему охотнику. О, это кто такой здесь? Пытается. Мы подняли нашу жертву и пытаемся посадить на крючок. Смотри, какая движуха просто. Сколько шума, гамма, и ребята пытаются спасти друг друга. Поставим капканчик вот сюда. Главное, друзья, не наступить на этот капканчик. Самим. Это точно. Так, ну что, шум, кажется? Да, пытались починить его тут тоже. Еще одно дело повредим. И красотку стопудово будет пытаться уже спускать. Я есть был шум, как раз можно дело обойти. Обойдем, и капкан не попалось. Черт возьми. У нас есть там, по идее, капкан. Нет, не наступило. Как же тебе повезло. Тебе чертовски повезло сегодня. Но чувствую, сейчас тебе не очень-то везет. Потому что я у тебя на хвосте. И ты уже ранена, истекаешь кровью. Она побежала дальше. У меня, по идее, есть в руке капкан, я не буду смотреть вниз, но я чувствую его. Так, 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 и что? Вот она побежала. Там есть еще один. Чувак бежит в другую сторону. Все разбегаются кто куда, а я бегу именно за хромой. О, чувак. Пойду за чуваком тоже. Все дружно просто в одну преисподнюю сегодня пойдут, я чувствую. Ну, опускай. Обожаю таких ребятишек. Он перепрыгнул, что ли? Я просто реально обожаю. Кстати, можно поставить капкан прямо вот сюда. Мы поставим сюда? У нас нет капкана, черт возьми, побежать туда. Был шум буквально тут и пытается починить его. Они очень дружно пытаются починить. Я, кстати, капкан можно было взять, наверное. Так, был шум где-то, неподалеку. Так, есть следы, буквально рядышком следы. Я не вижу следов. Первый генератор починили, мы это дело заберем и, наверное, побежим дальше. Нужно поставить больше капканов и больше вероятности. И ребята на их... О, я вижу Билла. Кстати, как он запрыгнул-то. Как он дерзко запрыгнул наверх, и я его потерял. Так, я вижу, есть следы. О, Билл. Здорово, чувак. Он реально очень дерзко запрыгнул. Мне понравился его прыжок, и я пошел за ним. Я пошел за тобой, и куда ты будешь? Налево, направо. Налево, направо. Иди ко мне, все, вот ты уже у меня. Как же так? Я же реально тебя уже ударил. Нет, смотри, как дерзкий Билл оказался, довольно еще дерзкий. Побежали за Биллом. Я уже буквально всех сегодня пощупал, всех потрогал. Оп, не с той стороны. Обалдеть, чувак, ты не с той стороны просто закрыл. Ну, не повезло. Да, бывает такое, у меня тоже такое было. И мы посадим на крючок. Буквально рядышком есть крючочек, и сейчас ты будешь кричать. Осталось 3 генератора, и нужно поставить куда-то вот сюда капкан. Так, давай поставим. Нужно, по идее, его все-таки ставить возле генератора, и намного вероятнее, ребята, наступят в него. Ну что, осталось всего лишь 2 генератора, и что же будет, друзья? Слишком много, мало капканов, слишком мало, конечно, ощущений. Я мало их пощупал. Мне нужно было, конечно, сразу гасить их. Так, был шум где-то у нас тут неподалеку.
Так, вижу, есть капканчик. Капкан это дело заберем и будем искать остальных. Где у нас находятся генераторы? Так, генератор находится вон там, и чувак висит у нас. Ну, побежали в эту сторону. Карта у нас реально топовая, карта хорошая, и нужно, конечно, эту ходку выносить. Ребята, спустили своего. Побежали сюда. О, попался кто-то! Нет, не попался, что ли? Нет, не попался. Бью! Я бью, пропустил! Я думал, там попался, но там оказалось просто щелк, и всё-навсего. Черт возьми. Как они убежали-то? Как получилось? Это неловко. Реально очень неловко получилось, но не то ладно. Хорошо, побежали в эту сторону. У нас побежал Бил именно вот сюда. Так, поставим здесь капканчик, прямо вот здесь можно. Давай же быстренько. Охотник, давай-ка шустрее ставь. А сюда ему нельзя ставить, что ли? Так, этот поставили, этот заберем и побежали дальше у нас по генераторам. Нужно дальше ловить, нужно поймать хотя бы сегодня одного. О-о-о-о, ты даже не заметил меня, что ли? Он смотрел, видимо, в другую сторону, и я вижу новое свежее мясо. Так что иди ко мне. Сегодня реально всех пощупал, всех потрогал, но нужно все-таки их истреблять. Побежали сюда. Оп-оп. Не тут-то было, да? Ну, черт у вас два, ну реально, бывает охотник другой, и он, по идее, ударяет. Я вижу его. Я не могу его опередить как-то. О, опередил. Нет, я промахнулся. Очень неловко получилось, но я, в принципе, его практически настиг. Да, чувак на земле. И будем его насаживать на крючок. Ну, пойдем со мной. Пойдем со мной, стал тебе жить буквально чуть-чуть. И надеюсь, ребята не будут тебя спускать. Есть на такой голубенький сегодня крючок. И как раз хочу тебя посадить его на голубенький вот такой крючочек. Сейчас, потерпи чуток. Чуток потерпи. Все, готов. Он готов, он на крючке, я поставлю куда-нибудь вот сюда, наверное, все-таки. Был шум, кстати. Осталось два генератора, и нужно, конечно, ребятишек нам поймать и заловить. Так, есть еще один капканчик, заберем его. Кстати, у нас тут есть генератор, который не пытались завести. Вот в чем подвох. Хорошо, чувак у нас висит. Так, нет, я не того ударил. Я не того ударил, ребята, погодите, все втроем. Оп, попался. Кто-то попался. Кто-то попался. Ты валяешься, я его забираю. Кто попался? Да. Нет, можно ее просто забрать. Ее можно просто забрать, а можно просто... Да чё возьми? Да забирай ее, чувак. Оп, нормально. У нас один на земле, один в руке. И довольно все. Найс, получается. Давай на крючочек, я это дело заберу. Забирай скорее. А у нас, по идее, есть уже капкан, и можно его установить. А, кстати, у нас где-то у нас тут красотка ползала. И куда-то... А вот она, не уползла. Слишком далеко ты не упозва. Я поставлю тут, наверное, капкан где-то неподалеку. Вот сюда куда-нибудь поставить мне его бы. Куда ты решил уползти? Ну, я тебя уже потерял. Ты буквально... А вот куда? Куда ты, моя хорошая? Иди ко мне. Пойдем на крючок. Я сейчас голубенький, я повешу тебя на красный. Потому что находится он буквально за углом. Я сюда уже кого-то вешал. Сколько капканов, и нужно их реально все расставить. Давай на крючок. Да. Хорошо, страдает, мучается, бросаем капканов, уже ребята спускают, забирай. Нет, нужно поставить, у нас есть капкан, и нужно его установить. Кстати, ее, кажется, пытается спустить, или просто ноги. Нет, показалось. Так, одну у нас спустили уже, и она убегает. Но она просто уже убежала. Хорошо, у нас другая висит, свежее мясо, и, кстати, я уже практически, наверное, всех подвесил, ее похилили, я смежу. Ее подлечили, и она уже... Бодра и свежа. Я вижу кого-то. Я вижу в кустах кого-то. Я вижу тебе, черт из два. Она бежала к той жертве. Мы за тобой. Самой той жертве. Я бегу. Буквально рядом с тобой. У нас, по идее, есть капкан. Он слишком далеко. Пробегает рядом. Пробежала рядом. И что ж ты ее не спасла? Так, нормально. Я вижу тебя. Маленько сократим путь и зажимаем в угол. Нашу козочку поймаем в угол. Сокращаем путь. Оп-оп-оп-оп. Ну что, пойдем на крючок, моя хорошая. Пойдем на крючочек. И, конечно, пойдешь страдать у меня. Сегодня, конечно, нужно кого-нибудь взять. Я уже практически всех подвесил по разу. Может быть, по два некоторых. Но осталось два генератора. И, ребята, почему-то они снова спустили ее. Да, чертов с два. Какие вы шустрые. Она убегает. Или он убегает. Ну, кого-то я точно вижу. Я вижу другую жертву. Вот она. Где она? Не тот-то было.
Кстати, я уже одну жертву забрал. Это реально круто. И вот у нас есть уже на подходе еще одна жертва. Остался еще один генератор. Но хотя бы две жертвы нужно сделать на последний генератор. И тогда можно, в принципе, вытащить эту ходку. Кстати, тут светит фонарик у меня. Все, ее забрали. Ее забрали в преисподнюю. И следующий чувак у нас. Чувак на подходе. Я иду за чуваком, и он будет нас третий. Налево, направо, куда ты пойдешь. Эх. Предвкушаю твою смерть, чувак. Готов. Третья жертва на земле, последний генератор остался. Я беру тебя и пойдем на крючок. Пойдем на голубеньки. У нас он, в принципе, недалеко. А нет, далеко. Пойдем вот сюда. Тут, в принципе, не очень далеко, и можно тебя посадить и, конечно, поиздеваться над тобой. Ну что, друзья, три чувака уже подвесили, три чувака кричали громким голосом, и осталась четвертая жертва. 50% жизни, осталось буквально чуток, я поставлю вот сюда капкан, хорошо, прям в кусты, очень найсовое место, и нужно найти последнюю нашу жертву. Я вижу шум, гам, идем именно туда. Ну что, предвкушение. Пытается починить генератор последний. Были следы. Были следы, я не знаю, куда пошла. Возможно, побежала именно туда. Побежали обратно, друзья. Но там осталось буквально... О, бил. Это бил, друзья. Еще разок. Нет, бил. Оп. Он попался в капкан. Нужно ударить била и все, друзья. Эх, черт возьми. Он в капкане, нужно... А, хорошо, пускай Билл убегает. Чувак, пойдем со мной. Пойдем со мной, и можно тебя отправить в преисподнюю, потому что, друзья, уже будет третий раз, и он уже не желез. Давай на крючок. И останется один Билл. Побежали именно тому генератору, потому что точно где-то там. И он, кстати, у нас раненый. Нужно просто присужиться и найти его. Да, друзья, он последний и четвертый, это охотник, и он поймал всех, найс. Ходка мне реально понравилась, если вам тоже понравилось, пишите комментарий. Все комментарии прочитаю, и мне очень приятно. Бил, ты последний, как последний вояка на земле, ты отправишься в преисподнюю последним. Хо-хо-хо. Обалденная ходка, мне понравилась, друзья, увидимся в других роликах. Спасибо, кто смотрел до конца, и увидимся. До новых ходки, всем пока.